Хотите, чтобы налоги стали меньше и платить их было проще? Расскажите об этом. Налоговая инспекция Макеевки предлагает предпринимателям внести свои предложения и замечания к программе либерализации государственной налоговой политики. Она разрабатывается по поручению президента и должна начать действовать в 2014 году. Свое мнение о программе можно написать на веб-портале Налоговой службы Украины или оставить в почтовых ящиках, расположенных в помещении Макеевской налоговой.